Всем привет, меня зовут Лукьянов Вадим, я генеральный директор и соучредитель компании General Gas. И сейчас немножечко расскажу, что мы делаем и что вы сможете получить, запартнерившись с нами. Все очень просто, мы производим генераторы азота и кислорода. Это такая штуковина, которая делает азот. Азот нужен на всех, в общем-то, предприятиях промышленных страны. В первую очередь это, конечно, нефтегаз. Мы сами это придумали, сами это инжинирим и сами это производим. Вот наше производство находится здесь буквально в 20 минутах на текстильщиках, наш цех. Находимся мы там с 2015 года. И у нас еще есть площадка в городе Новочеркасске, Ростовская область. Там мы делаем блочно-модульные конструкции большие для компании. И таким образом мы уже сделали 145 реализованных проектов. Сейчас у нас в компании 35 человек работает. Вот небольшие цифры, да, то есть, как я говорю, выручка мы уже генерим. В прошлый год, 2018, мы закрыли с 400 миллионами. Вот небольшие цифры какие, да, у нас сейчас по налогам, по всему. И рынок наш довольно устоявшийся, довольно понятный, довольно стабильный, да, это в основном нефтегазовые компании, 6-10 миллиардов рублей, это данные из спарк-маркетинга, то есть, и эти цифры растут. Здесь еще не указаны большие проекты это «Сила Сибири», это «Северный поток-2», это вот, в общем-то, наш рынок, наш хлеб. Вот. В чем заключается наша бизнес-модель, почему я здесь? Во-первых, сначала мы выявляем потребность у заказчика, понимаем, какой азот ему нужен, что ему нужно, делаем техническое решение, после этого заключаем контракт, изготавливаем, поставляем и только потом получаем деньги. Так работает весь нефтегаз и, в общем-то, все государственные компании. Вот в этом месте у нас и возникает потребность в деньгах. Вот как это выглядит приблизительно, очень можно, да, видеть на слайде. Слева это проект, это чертеж, справа это уже как реализовано. Это вот в центре Санкт-Петербурга стоит этот объект. И мы его делали 7 месяцев. Под него мы привлекали деньги, привлекали займы, мы привлекаем с 2017 года. И на заемных деньгах движемся уже 2 года. И сейчас мы продолжаем привлекать инвестиции, довольно такие консервативные, по моему мнению, инвестиции. 40 миллионов на текущий проект нам сейчас нужно на выполнение оборотки. 24% годовых мы даем и на 12 месяцев мы заключаем контракты. Сейчас еще в процессе переговоров с Московской биржей, да, мы хотим еще выпускать облигационные займы. Но это будет только в июне. И, в общем-то, ради чего я здесь, это мы ищем стратегические якорных партнеров, которые бы смогли обеспечить нам доступ к капиталу и, соответственно, при этом зарабатывать больше. Да, 24% годовых мы обещаем, плюс 50% от прибыли компании. Да, соответственно, ждем к себе, буду рад предложениям и, в общем-то, у меня все на этом. Всем спасибо.